Доброе утро, друзья. Вот и прошла первая ночечка в земляночке. Фу, выспались. Жарко было очень. Снежком надо. Класс. Вот это водные процедуры. О, беленький снежочек. Класс. Во, это блаженство. На улице мороз такой, знаете, но, наверное, пятерочка точно есть. Смотрите, солнышко встает, как красиво все видно. Обалденно. Вообще шикарно. Это, я не знаю, камера передаст вам такие классные виды. Сейчас тут костерчик с утра, чай тут у нас, все тут есть. Ну все, не переключайтесь, оставайтесь. Друзья, вот рядом с земляночкой родничочек у нас есть. Сейчас попробую его открыть, показать вам. Так, дверка здесь, ага, дверка, а, вот, смотрите, оп. Ух ты, здесь стаканчики он есть, можно водичку попить свеженькую, чистенькую. О, водичка, кстати, теплая здесь, не такая, как снег. Смотрите, как красиво. Здесь даже можно увидеть какую-нибудь дичь. Этой дичью может быть, скорее всего, только лишь этот самый козел, потому что все хищники там, кабаны, олени, лоси, они все убегают, когда чувствуют человека. А козлы, они очень любопытные. И они даже могут выйти. Кстати, вот следы чьи-то, кстати, но они уже заметены. Вот, кстати, наши собачки. Кайры. Живности в этом лесу очень много. В наших крымских лесах. Друзья, смотрите, а там он впереди, вон, видите, солнышко. Вот оно только встает. Пробивается. Кстати, оно может сегодня выйдет, да, здесь осветит нам поляну. Да, сейчас солнышко выше встанет и поляну нам осветит. Да, 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 он уже. Класс. Восход солнца. Так, ребят, сейчас будем расширять здесь лавочку, потому что людей сейчас будет много. Смотрите, вот под это бревнышко, вот под это вот, будем делать такие подставочки, чтобы на вот эти, вот из этих двух бревнышек будем делать подставочки. Сейчас здесь немножко выруб сделаем, чтобы бревно ложилось на него. И все. Вот, ребят, получилась вот такая лавочка. Отодвинули немножко от костра. И все это за несколько минуточек. Отличная, мощная, это там качественная, вечная мебель. Да, с натурального дерева, главное. Не с какого-то там фанеры там или... Да, экологически чистая. Не с какой-то там фанеры, USB там и всего остального. Вот так вот. Выживание в лесу. Что тут? Ну вот, ребят, пришло время показать вам, как распиливается валежник на чурочке и потом транспортируется в ручном режиме, так на горбу, там на плече к кострищу. Ну, мы сейчас попилим, подготовим, а потом уже все приедут, ребята, и будем носить. Землянка наша, три наката, сосна сгоревшая над ней. Да. Так, пришли мы к месту, где тут недалеко, самый ближайший у нас. Мы вчера здесь пилили уже некоторые бревнышки.
Сейчас нам тут Дмитрий Сергеевич еще попилит. Все, бензопила сейчас заработала. Сейчас будем пилить. Смотрите, солнышко выходит тут. Ну вот, друзья, собралась вот такая кучка дров. Теперь осталось ее оттарабанить вон туда, до нашего кострища. Фух. Это уже сейчас все подъедут. И будем вот это все делать. И вон то еще бревнышко одно такое немаленькое, которое закидывается в костер на ночь и горит всю ночь. Вот, друзья, приехали остальные члены нашей экспедиции. Так, вон первая машина подъехала, буханочка, вон за ней Нива едет. О, ребята там вообще наверху сидят. Так, Нива сейчас пытается заехать. УАЗик вчера не заехал. Буханочка, может, сейчас Нива заедет. Надеемся. Давайте, давай, давай, родная. Давай. Давай, 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 давай. Да. Да, зашибись. Все, есть. Вот вам лайфхак, как надо заезжать. Разгоняйтесь и едьте. Так, друзья, Нивочка заехала. Смотрите, вот она стоит. Сейчас Дима попробует буханочку загнать. Вот первый член нашей экспедиции идет. Геннадий Константинович. Это из новых. Дачного человека. Да, из новых, из новоприбывших. Да, вон уже все остальные гуськом идут. Да, аккуратно, очень скользко, ребят. Тут я вчера чуть не убился несколько раз насмертно. У нас вон беременная как бегает. Да, но Кайра, да. Вот все, все новоприбывшие члены нашей экспедиции, да. Подписывайтесь на канал Александра Михаленко. Вот видите, ребят, вот видите, сразу реклама. Так, ну что, ждем, когда буханочка сюда залетит. Давайте ждем. Это должно капнуть. Все, друзья, смотрите, УАЗик прет. Это наш вездеход. К землянке. Но мне кажется, что-то он не заедет. Ну сейчас посмотрим. Нет, если он вот прошел, все. Давай, 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 родной, давай. Давай, 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 родной, давай, 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 есть, все. Должен зайти, все, есть, победа, ура! Сегодня победил УАЗик погоду, дорогу скользкую. Все, ребят, смотрите, все, носим дровишки. Геннадий Константинович вообще это, я не знаю, как его, терминатор-разрушитель, да. Геннадий Константинович. Да. Ген, ну ты же в замедленном действии. Разрушитель, да. И в замедленном действии. Оба-на. И так будет скажешь. Так, друзья, некоторые члены нашей экспедиции решили сделать снеговичка. Решили снеговика сделать. Или это одни и те же люди, именно Геннадий Константинович и Дмитрий Сергеевич Леонтьев. Подожди, нет, его надо наоборот. Смотри, а вот уже глаза я вижу и рот. Это вообще бабай даже. Женя, когда попустит, и мы пропадем. Так, ребят, смотрите, здесь уже палаточки собираются. Да. Толкаем. Вот крутая палаточка у Дмитрия Сергеевича. Она у него двухкомнатная, четырехместная. С видом или, на море. Да, с видом на море. И стоит недорого. Да. Смотрите, этот тамбур такой. Здесь раздуваются, раздеваются и дальше уже в ночлег проходят. Подымается ветер, да.
замечательно. На улице сейчас примерно, ну, минусовая температура градуса 3, наверное. Ну, примерно 3. Ночью будет очень-очень холодно, потому что температура, градусники термометра опустятся еще градусов так на 3-4. Ну, будет градусов 7 мороза точно стоять. Все, друзья, смотрите, самое главное, чтобы в палатке были теплые матрасы. Потому что без них никак. Держи. Видите, в два слоя каремат обязательно. Потом два слоя матрасиков. И все, наверное. Ребят, еще самое главное, у нас будут спальные мешочки. Это чтобы мы не замерзли, не заболели, не окочурились. И самое главное, ну, самое важное в этом деле, когда вы ложитесь в спальный мешок, надо именно раздеваться чуть ли не догола, чтобы на вас было минимум одежды, и тогда будет тепло. Потому что эти мешки, они там рассчитаны чуть ли не до 25 градусов мороза. То есть, ну там 18, 20, 25, там разные спальные мешки есть. Ну, как-то так. Не переключайтесь. О, собрались кушать. Так, ребят, готовим кушать. А у меня супер стабилизация, труси. Да. Смотрите, блюдо... Как блюдо, Юрка, будет называться? Солянка. Солянка. Это ребрышки или что? Это не только ребрышки здесь. Друзья, делаем соляночку. Мы очень сильно... Смотрите, сейчас... Смотри, будет брызгать. Да, ничего страшного, я не боюсь. О, на него можно. О, на костре, друзья. Уже запах какой. Я не могу вам через камеру передать это все, но... Фух, это очень круто. Вот, ребят, смотрите, уже. Смотрите, вот этот вот злодей, блядь, ваш любимчик, бляха-муха. Народ мой контент, ребята. Он трущит камеру, чтобы вы не видели. Смотрите. Ребята, и еще смотрите, когда чайничек, вот мы сейчас чайничек поставили на костер. Сейчас закипятится водичка. Смотрите, как здесь все кайфово. Это вообще бомба. О, друзья, смотрите, какие аппетитные ребрышки у нас. Сейчас такая солянка будет шикарная. Не знаю, как вам вкус передать по камере. Да, вчера не получилось снять мукбанг, потому что мы приготовили, уже было темно, ничего не видно было. Мы в темноте кушали. Да. Но сегодня я вам покажу мукбанг именно. Ребят, смотрите, уже картошечку засыпали, мяско какое зажаристое, обалдеть! Хорошо, что у Михаленко такого видео не будет, таких кадров, пока он там бухает водку, самогон со всеми, да. Вот Александр Михаленко, он бухает водку, а здесь, да, здесь мы готовим соляночку, смотрите, соляночку. О, подожди. Все. Именно это эксклюзивные кадры. У Александра Михаленко таких кадров не будет. Внимание, закрывай. Смотрите, друзья, как кипит, уже бурлит. Вот это будет супер крутая соляночка. Ну, Дмитрий Сергеевич, что мы добавляем? Самое главное ингредиент соляночки. Это колбасочка, мясо. Здесь она нарезана мелкими кубиками. Ребят, как бы я хотел бы вам этот вкус передать бы каждому подписчику, чтобы вы попробовали соляночку на костре в лесу. Высота 660 метров над уровнем моря. Это вообще очень круто. Вот такая вот решеточка у нас большая. Решеточку на огонь. Огонь и поджариваем. Роты нагреваются, да, по чуть-чуть. Решетку разрабатывала Сколково. Значит, от лица всего депутатского корпуса Государственного Совета Республики Крым хочу передать
этот мячик дачновской средней общеобразовательной школе. У нас должны расти спортсмены. Геннадий Константинович, вы как получатель этого подарочка что-нибудь тоже скажите. Поблагодарите. От своего имени и педагогического состава дачновской общеобразовательной школы хочу поблагодарить Дмитрия Сергеевича за подарок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. И следующее я хочу сказать, что первый подарок, самый ценный и самый классный, мне сделала партия ЛДПР в лице Дмитрия Сергеевича. Подарила мне ручку эксклюзивную. Такая только у меня и у Владимира Вольфовича. Этой ручкой я недавно участвовал в конкурсе «Учитель здоровья 2020». И этой ручкой я писал, именно этой ручкой, я писал некое конкурсное задание. И выиграл этот конкурс. Класс! Ребят, на ваших глазах депутат Государственного совета Крыма от ЛДПР Дмитрий Каширин подарил дачновской среднеобразовательной школе мяч, футбольный мяч от ЛДПР, эксклюзивный практически. Ура! Предлагаю всегда голосовать за ЛДПР. Так, друзья, смотрите, все, начинается раздача вкуснейшей соляночки. Это супер соляночка, смотрите, вытаскивают целую луковицу и целую морковочку. Ой, дым. Дым в глаза. Да, каждый лимончик себе киньте. Да. Жучи, у кого на дне нет лимончика, тому не наливают. Все, пришло время мукбанка. Я вам сейчас покажу мукбанк немножечко, да. Как это все. Смотрите, это вообще, это, я не знаю. Это именно солянка. Да, я вообще не знаю, если вот мы будем есть этот суп, это преступление считается или нет? Смотрите секрет. Главное, чтобы на донышке был лимончик. Да, да. Иначе будет все неправильно. Ты вообще красавчик. Ты здесь картошечку уже разводишь. Вот мяса больше не надо. Да, вот. Хлебушков, есть хлеб? Все, друзья, начинаем хлеб, лепешки, кушать поставки, соляночку. На кальян, на стол. Ну там можно было съесть. У кого-то есть хлеб. Хлеб есть? Куда кальяны носят? Какая вкусная соляночка. Кальян. Горячий супчик, надо вообще бомба. Хлеб, что с хлебом? Ну, с каком-то пакете. Посмотри, вот в этом пакете может быть. Друзья, все съели до последней капельки. Фу, это просто вышка. По танку ударила болванка. Прощай, родимый экипаж, 4 трупа. Возле танка наполнят утренний пейзаж 4 трупа. Возле танка наполнят утренний пейзаж. Но до тех пор, пока костер горит, каждый его по-своему хранит. Если беда, и если холода. Все, друзья, ложимся спать. Вот смотрите, в мешке, в спальнике. Спальный мешок очень теплый, надежный. Вот я по максимуму разделся до паштаников в легенькой кофточке, водолазочке. Ну, шапку сейчас сниму. Все. Фу, будем экспериментировать. Спим на снегу. Вот с Геннадием Константиновичем. Да. Спим на снегу, на морозе, на холоде. Пар с рта идет. Если вам видно. Вообще. Ну, как бы так. Ощущения экстремальные. Я надеюсь, все закончится благополучно. Никто не заболеет, никто не замерзнет. Ну все, до завтра, ребят, не переключайтесь, смотрите продолжение. Все, всем пока. Все, друзья, доброе утро, проснулись. Сейчас пойду на улицу, оденусь. Еще в подштаниках. Что-то свежо, знаете, так.
Все, друзья, вышел из палаточки. Сейчас мы с вами начнем водные процедуры. О, идем. Так, смотрите, да, одна палаточка. Мы вот в этой правой были. Хорошая палаточка, в спальничке тепленьком. Так же, как и вчера, делаем процедуры. Находим чистый снежочек. Берем его. Так, раскапываем. Корочку снимаем льда. И берем мягенький снежочек. Это кайф. Ну все, друзья, прощаемся мы с этим местечком. Сейчас собираем все вещички. Вот приготовился сейчас землянки матрасы забирать. И будем уезжать уже. Отдых наш подошел к концу. Как-никак двое суток я здесь. С ребятами тоже, с некоторыми. На пулемет не ходил, потому что там был. Я вам лучше потом весной покажу. Там обалденно весной будет обалденный вид. Все зеленое, все красиво. Вид, не будет никакой дымки, будет видно весь город, там вообще вдаль обалденно. Да, так что пока как-то так. Пока мы супчик готовили, да, все приготовили, вот уже покушали, сейчас собираемся. Все, ребят, уже слаживаем последние вещички, палаточки уже разбираем. Туристы, смотрите, пришли. Здесь это очень популярное место среди туристов, но именно среди тех, кто знает это место. Все, сейчас палаточки осталось собрать со стола, все, весь мусор соберем и увезем, чтобы его не было. Куда, Игорь, куда, давай. Да. Вот так вот, ребят, происходят сборы в автомобиль. Что ты хочешь сказать? Ничего, просто мы собираемся, Евгений просто снимает на камеру. Нет. Евгений, давай сумки отнеси. Мы все делаем, все. Палатки собирали, эти матрасы скручивали. На канале Александра Михайловича почитались. Вы бы лучше работали, чем снимали. Блогер Евгений. Это надо же тоже запечатлить все. Юрий Эдуардович. Вот у нас будет большой мешок мусора, который мы заберем, чтобы ни капельки не оставить. Все, уезжаем. Еще несколько минуточек и поедем по этой дороге опасненькой. Все, ребят, пришел конец нашему отдыху, и мы грузимся в автомобиль. Выдвигаемся, было очень классно, всем все понравилось, все остались довольны, это оздоровительный свежий воздух, это вообще горный прям лес. Высокогорный Цейлон. Так, Игорь, скажи, тебе понравилось наша поездка? Очень атмосферно, вот прям 75-летие победы, вот мне кажется, нужно отмечать, праздновать вот добрыми делами в таких местах. То ли вот восстановить землянку, то ли принести сюда цветы. Это очень заветное место. Это прекрасно. Отлично. Дмитрий Сергеевич, ты что расскажешь на прощание? На прощание. Я очень рад был здесь побывать с хорошими, замечательными людьми. И я впредь надеюсь вернусь сюда снова. Может быть, в мае месяце, после 9 мая, к 75-летию Победы, можно было бы приехать сюда вот в плане навести порядок немножко. Ну, народа много бывает, и поэтому надо место содержать в порядке. Вот я предлагаю такую акцию, короче. Все, спасибо. Антон Станиславович, что-нибудь скажешь? Мы еще вернемся. Геннадий Константинович, что-нибудь скажешь? Станиславович. Вот красавец, да, хорошая два у нас слова компания. На посольству, бля, вот красоту, бля, вообще, бля. Мы даже собираться будем. Может быть, мы редко собираемся, но зато настолько ярко и настолько здорово, что хочется повторить все это снова и снова. Причем постоянно, регулярно. В таких серьезных, классных местах. Спасибо вам, ребята. Спасибо всем.
Все. Вот на этом кончились наши путешествия на сегодняшний день. Но вы ожидайте новых. Будут еще круче. Будут вообще супер места. И самое главное, я вам покажу, как мы будем строить новую землянку в супер классном месте. Вот в таком. Все. Пока всем.